«День интерьера» в русской графике 20-го столетия. Эту тему мы очень любим в Третьяковской галерее. И в начале 80-х годов 20-го века у нас была в Лабушинском переулке большая выставка, посвященная интерьеру живописи на большом промежутке. Но, к сожалению, она проработала очень недолго и быстро закрылась. И мы все время думали, как к этой теме вернуться. Но решили все-таки не делать большую какую-то глобальную выставку, а обратиться к менее известному периоду искусства интерьера, графики 20-го столетия. Человеку всегда хотелось понять себя, и жанр интерьера тоже был сродни жанру портрет. Это тоже портрет. И только портрет не человека, может быть, а портрет его жилища, и он раскрывает тоже мир души человека, его отношение к своему дому, его отношение и к миру за окном. И вот этот жанр, поэтому он очень интересен, очень многое может нам сказать и о самом человеке, и об обществе, и о архитектуре интерьера, и о быте того или иного времени. То есть он связан и с социологией, и с философией, и с бытовой культурой. И я думаю, что каждый из вас очень многое может открыть на себя на этой выставке. Вы здесь увидите работу замечательных русских графиков от 20-х годов 20 века до 70-80-х годов. То есть вся история 20-го столетия, вот в этом кадре, казалось бы, жанре пройдет перед нашими глазами. Я хочу представить вам авторов этой выставки. Это Наталья Волнодаскина, заведующая отделом графики. Но вы руководитель и вдохновитель тоже наших побед. Заведующий отделом графики 20-го столетия Третьяковской галереи и наших кураторов это Екатерина Дмитриевна Архипова и Ирина Аронна Лейтес.